Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой ежедневные награды и посмотрим, скинули меня с Лиги Мастеров одна звезда или нет. Скинули, но не очень сильно, потому что я нахожусь в данный момент на 5-м ранге. Единственная проблема, ребята, это с откатами. Я бы даже сказал, это большая проблема на самом деле для меня. Но я попробую, наверное, пока своими силами, ребят, справиться. Давай мы возьмем с тобой кожеголового и сверху накидаем с тобой вот этих парней. Я рассчитываю сейчас, вот в данный момент, ребята, что кожеголовый с одной своей суператаки положит противников. Если он этого не сделает, я боюсь, будут плохие у нас последствия. Так, ну я думаю, Шреддера-то мы переживем. Фьюх. Нам повезло, ребят, крупно. Он бы мог сделать намного хуже. Потому что ты посмотри, сколько здоровья осталось у Рафаэля. Да, чуть-чуть бы сильнее удар, и все, и Рафик бы космос. Полетел бы как раз в космос. Но нам повезло. Ну что ж, не будем больше искупать, ребят, искушать судьбу нашу, блин. Ну ее нафиг. Давай-ка мы с тобой как-то аккуратненько все это дальше проделаем. Очень аккуратненько и... Так, а нам не дают, да, 16-23? Ладно, возьму тогда здесь Донни. Двух Донателло возьму. Потому что один, мне кажется, один тут не справится. Даже если мы с тобой массовую атаку включим, он не справится. Я вообще, на самом деле, сегодня, ребята, хотел сделать стрим по трем игрушкам сразу. То есть я хотел поиграть в черепашки, потом хотел поиграть в Дракон Всадники Олуха. И на там ваше усмотрение, либо ХКР-ку, либо еще какую-нибудь игру, ну, чтобы было три игры. Ну, что-то подумал, заминжевался, думал, стрим, народу, как всегда, никого не будет. Ну, я думаю, ладно, фиг с ним, сделаем тогда так, как обычно, за кадром. Вот, а стрим уже как-нибудь потом, да и то на своем втором канале. Две игрушки новые сегодня, ребят, приобрел. Одна в раннем доступе, но все равно. Опять же, идут рогалики, но, ребята, карточные. Два карточных рогалика там. Так что либо сегодня позже, ну, может быть, ночью сегодня поиграю, либо уже завтра посмотрим, как настроение, как все. Так, ну что ж, давай, наверное, здесь вертушку. Я надеюсь на эту вертушку, друзья. На леонардовскую. Блин. Чертовски плохо, друзья мои. Почему? Ну, потому что сейчас будет кому-то плохо. Кого-то завалят сейчас. Наверное, да? Так, здесь минус. Пробьешь. Красава. А этого... Давай так. Слушай, опять, ребят, нам повезло. Ну, я, честно говоря, не ожидал, что Леонардо их не сможет пробить. Почему? Они не такие сильные по уровням были, там, 66-67. Он их не убил, он ни одного, ребята, не уничтожил. Дело дрянь. Так, ну что ж, давай тогда поехали дальше. Ну, давай я возьму здесь Армагона. Понимаешь, у меня один откат, ребята. Мне нужно как можно больше персонажей отыграть с минимум, ну как сказать, больше слабых персонажей отыграть с одним из сильных, чтобы у нас, ну откат, конечно, меня один не спасет, но чтобы я хотя бы прошел большее количество. Потом еще сделаем ежедневки, получим 5 откатов. Рекламу я смотреть не хочу. Там, конечно, еще бы получили 10 откатов. Но как-то вот своими силами хочется мне все это сделать. Так, 17-23. Уровень, ребята, сразу подскочил. Прикинь, сразу же 64-65, сразу на 71-й, даже 73-й тут я вижу есть. Господи, вот тут уже будет опаска обалденная. И если, не дай боже, вот я сейчас возьму вот этих вот. Если у нас Зек или Лапекс не справится с этой поставленной задачей, ну, нас тут точно размажут. Моих слабых бойцов просто разнесут в пыль. Поэтому скрестим пальчики и надеемся, что Алапекс хотя бы кого-нибудь уронит. Ну, хоть кого-нибудь она уронила. Теперь Зек. И нас единственное, что спасет, наверное...
Ё-моё, я не знаю, ребята, навряд ли вырулит у нас морозилка. Ну-ка. Так, окей. Давай, родная. Опять ребята на острие лезвия сейчас прогулялись. Вот в этом поединке. Нельзя так рисковать дальше. Нельзя, ребят. Ну что же. Нет, давай мне 17-23. Фиг ли ты мне свои 16-22 опять возвращаешь? Ты посмотри, какой жук, а? Ты посмотри, какой жук. Не хочет давать мне 17-23. А было же, друзья мои. Ну ведь согласись, было. Вот. Я уже начал тут ругаться. Давай возьмем тогда здесь Кренга и, наверное, Рафаэля. Вот вдвоем они справятся. Ну вот то, что мы с тобой по три героя берем, конечно, на отыгрыш, это не есть хорошо. Так, ну давай, бомби. Ну, Кренг добьет. По пол хп он отнимет у них, это однозначно. Поэтому они сейчас все упадут. Но все равно два мощных бойца отыгрываются на таких уровнях. Не есть хорошо. Лига мастеров, две звезды. Но я думаю, что сегодня возьмем. Наверное, все-таки будет он у нас. Так. Если я, допустим, возьму Ваньку. Ванька медленный. Супер Шреддера и Пиццелицева. Супер Шреддера и Пиццелицева. Попробуем. Попробуем сделать так. Но постепенно урон есть. Давай только добьем их. В принципе, и все. Прекрасно. Так, друзья мои, двигаемся дальше. Давай возьмем 16-22. Так, Бакстер и... Бакстер и Макмен. Слушай, а подожди, а почему у них опять 64 уровень? Я что-то не понял. Друзья, сфига ли у них 64 уровень? Это вместо 75-го, я что-то не догнал. Что такие скачки-то вы делаете, ребята? Не понимаю. Слушай, хорошо, вот сейчас был хорошо от Макмана удар, конечно, да, замечательный, положил их. Но опять же, ребят, 64 уровень. Почему не 75-й, я ума не приложу. Ну что, переходим с тобой на 20-ю позицию. 9 ступенек всего лишь пролетели. Так, ну здесь 73-75. Я не знаю, в чем проблема там была у нас. Так. Рафаэля возьму, наверное. Блин, у меня 57-х еще дофига, ребята. Их надо как-то отыгрывать, блин. Как это все отыгрывать? Хрен его знает. С одним откатом. С одним несчастным откатом. А подожди, а сколько у нас баксов? Может быть, нам проще будет купить откаты? Но у нас 1000, наверное, нету. Там нужно 1250, по-моему, если не ошибаюсь я. Кстати, мастер 2 звезды уже вот совсем скоро через поединок. А, у нас есть, друзья. Ну так о чем мы тогда мозги-то компенсируем? Ой, подожди. Подожди, что-то не то делаю. Блин, 1750 на 70 откатов. Ладно, возьмем вот это вот. Ну, что делать-то? Пришлось так поступать. Да иди ты в баню своим голосованием. Так, давай здесь тогда. Я возьму Маузеров. Возьму Кунаичи. Раз, два, три. Посмотрим такой вот расклад. Но, блин, я не понимаю этих маузеров.
Тони не бомбят 71-х, 72-х. Тони уничтожает каких там у нас? 73 уровни. Здесь он всех положил. Ну что же, а мы с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды уже перешли, ребята. Сегодня что у нас? Все, уже? Нет, еще пока пятница. Сегодня... Завтра будет суббота. Завтра будет суббота. Воскресенье. Да, мы успеем, да, ребята, успеем взять 3 звезды. И, соответственно, на следующей неделе мы получим с тобой 75 платиновых осколков. Ну и пойдем, пойдем потихонечку, пойдем, как говорится, набирать осколочки, набирать новых платиновых персонажей. У нас, кстати, не так много, ребята, остается платиновых персонажей набрать. Там, по-моему, полтора десятка где-то так. Ну, полтора десятка, это даже если мы месяц тратим... Ой, месяц. Сколько? Ну да, месяц тратим на... Слушай, ну нам еще на год с небольшим. На год с небольшим. Трындец. Сам себя утешил. Нам еще не на год с небольшим этой игры, и все. И мы с тобой получим то, что нужно. То есть всех бойцов переведем в платиновый ранг, а потом... А потом, ребята, прокачка по скиллам тоже не менее сложное задание будет. Потому что нам нужно будет очень много элементов. А элементы ты сам знаешь, какие нам нужно будет. У нас отпадет сразу, ребята, арена. У нас отпадет арена, у нас останется только лишь... Пятница, суббота, воскресенье. Это для фарма... Эксперт снаряжения, ребята. Вот и все. То есть игра будет выходить еще реже. Но, как бы тебе объяснить, она будет выходить еще реже, но будет выходить только для того, чтобы нам с тобой сделать вот это вот прохождение элитно, ну, на элитку. То есть для того, чтобы получить снаряжение и разные там осколки. Все. Больше нам, мать, в ней здесь делать нечего. Ну и, соответственно, если мы с тобой накапливаем нужные... А, нет, ребята, вру. Там же, помимо эксперта снаряжения, нужно же еще всякие виды на шмотки. То есть там, как бы тебе это объяснить-то? Ну, эксперт снаряжения, это идет как основа. А там еще, например, те же самые маяки и всякое прочее. Оно тоже нам нужно, то есть нам от этого никуда не деться. Придется нам тогда и фармить это все время. Так что, по-моему, там еще будут у нас задания. Этого, может быть, и не будет, вот этого вот арены. Но мы будем с тобой на выборе персонажей, где мы выбираем, искать нужные нам осколки. Персонажа, естественно, сразу сбагривать, дубликаты. Ну, как-то вот так вот. Ну, идеальная победа. Сейчас посмотрим, на какое мы там вообще место-то перебираемся. Давай полтинник, а? 55-е. Так, 5 откатов, друзья мои, остается. 5. Если я возьму Маузера и... Ну, я не знаю, вот эти вот смогут ли они добить. Они же не справятся. Они не справятся. Они не справятся, и их там размажут. Поэтому придется делать так. А у нас 3 отката осталось, да? А у нас с тобой 3 отката осталось. Это получается еще взять 2 персонажей на откате и одного. А я хотел бы до Лиги Мастеров добраться 3 звезды. Ну, видимо, не получится. Ну вот что, возьму Маузеров. Раз, два. Давай попробуем вот этой командой. Вот взял Маузеров, я потому что рассчитываю, что они сейчас нанесут максимальную атаку. Ну, может быть, не всех положат, кого-нибудь оставят, но рассчитываю, что мои персонажи хотя бы выстоят против их атак, чтобы мы уже могли добить. Блин, ну никак не 2 я рассчитывал, но не 2. Молодец, Карайка. Кунаями все-таки она подбила их. Но это благодаря тому, что Кунай у нас... Кунай. Уже заговорился, ребята. Все. Кунай, говорю, у нас бросает кунаями.
Это, как ее, Карайка у нас, она персонаж быстрый. Поэтому благодаря ее скорости она и стала ходить вторая. Другие персонажи вряд ли бы потянули бы. Скорее всего, их бы расплющили бы там. Вот здесь, например, по скорости я даже не знаю, кого тут выделить можно. Есть только паукуса и... Сейчас глянем. Ну-ка. Да, паукус тут идет по скорости второй, несмотря на то, что Донателло все равно по уровню идет как бы выше. То есть по уровню идет он выше, но по инициативе он идет хуже. Поэтому паукус его, естественно, и завалил. И у нас с тобой один последний откат. Два персонажа будут у нас неотыгранные. Ну и бог с ним, у меня все равно откатов нет, я ничего не смогу сделать. Мне бы главное, чтобы здесь никого не уронили. Остальное я как-нибудь уж переживу. Так, ну-ка давай, Шархан. Смачно. Все, ребятушки, глоток кофе. Угу. Так, ну что, здесь мы сделали. Да, конечно, до мастера 3 звезды не дошел, но, ребята, завтра я думаю, что я там уже буду. Так, колода. Там мутагеноид, его не спутаешь ни с кем. Идем с тобой, ага, серия испытаний. Друзья мои. Кто у нас на серии испытаний? Ясен перец. Крэнк. Крэнк, собственная персона. Ну что ж, пора ему навалять. Да получать награды нам надо. Ну давай массовую фиг с ним. Ну что ты будешь делать этот паукус, а? Ну вот и Крэнк. Давай, выползай. Так пренебрежительно к нам повернулся, знаешь, типа... Ой, так уж и быть, развернусь. Разверну свое бренное жирное тело, чтобы на вас посмотреть. Угу. У нас атака и крит-атака, ребята, повышается, да? Получается так. Ну, поехали. Четверть хп отняли. Теперь давай сделаем это. Вот эта атака хорошая у них. Одиночная, но она мощная, ребят. Смотри, сколько отняли. Все. Все, друзья мои. Крэнк отдуплился. Как обычно, как всегда. Ну, а мы с тобой забираем наши награды. Надеюсь, все будут там. Надеюсь, я ничего не пропустил. Ага, 100% завершено. Собрать и сбросить. Открываем все. Так, телепорт $26, 12840 у нас мутагена. Одни сплошные, ребят, черепашки. Просто сплошные черепашки выпали. Никаких персонажей больше. Только черепашки. Так, ну теперь идем. Куда идем? С тобой на Рафаэля. Рафаэль оригинал. У него 94 уровень. Становится 96. Друзья мои, 96 уровень, 4 уровня и все. И нам нужно найти вот эти вот 6 книг. Уже 5 книг. Но сейчас меня с этими книгами задолбают, если честно. Так, сколько? 4, да? Четыре, три, нет, по-моему, все-таки четыре еще надо. Ладно, там посмотрим. Да какой, блин, сырный телефон. Да успокойся ты со своим сырным телефоном. Ага, вот, ребятушки. Кстати, в Дракон Всадники Олуха сегодня должен быть, ребята, доступен
Муштра, по-моему, сегодня должно быть задание. Потому что вчера заходил, там был только для наездников доступен пока. Ну, так как у меня нету наездника, естественно, меня только через сутки допустят. Поэтому, по-моему, уже он доступен. Так, подожди, я что-то заговорился. Все, друзья мои, да? Да, мы накопили. Теперь мутагена нет. Да ядрен ты, Матрена, а. Теперь у нас не хватает мутагена, ребят. Офигенно. Где мне мутаген взять? Ну-ка у нас... Нет, тут у нас откаты. ...125 платиновых осколков. Ну-ка, давай-ка я кое-что сейчас гляну. Если нам здесь нужно, у нас, например... Вот здесь можно поискать, ребят. 4 пульта. Ну, пульт это легко ищется. Раз, два, три. Так, 4 пульта. Что еще нам надо? А нам, в принципе, ничего больше не надо. Давай так сделаю. Так, очки. 2 штуки. Одни нашли. Вторые нашли. Так, 2 очков есть. Дальше. 4 наушника. Раз. 2. Только 2 наушников нашли. Так, 3 4. 4, блин, подожди, 4 наушника и 6 фонарей, да? У нас кончилась пицца. Так, ребят, ну что, в принципе, все нормально. Нам не хватает только мутагена. Я думаю, мы его в следующий раз получим с тобой и прокачаем до 6 ступени. Потом нам надо будет переиздание прокачать. И, в принципе, Рафаэль будет у нас готов. Ну, 4 уровня нам еще надо будет, конечно, поднять его. Но, по крайней мере, Рафик будет прокачан полностью, кроме, естественно, эксперта снаряжения. Так, у нас еще задание. Так, подожди секунду. У нас с тобой вот это испытание. Усиление технодрома. Вот, погнали. Что? А, ну да, что-то я уже ломанулся туда. Его же нужно пройти на 3 звезды, а потом уже фармить. Так, ну что, тут 3 волны. Да я не буду пока массовую атаку тратить, а оно не стоит того. Так, я думаю, с ними разберемся. Тыч-тыч, молодец. Ах ты. Тимати, оборзел, ты посмотри, а. Ах ты, жук. Побежал еще в табло, еще кому, главное, дал-то? Армагону. Просто в лицо. Ну, допустим. Так, Эйприл в минус. Мондагека отдыхает. Понятно, Кейси Джонс тоже, ребят, отдыхает. И вот он, последний отряд. Давай с базуки. На тебе, все. Прекрасно, все шикарно. Друзья мои, прошли. И теперь нам, ну, естественно, надо фармить. Естественно, на... Да что ты меня сразу переключаешь-то туда? Так, ноутбук не то. Микроскоп тем более не то. Нет, не годится так. Ну, спасибо за снаряжение, союзники. Так, 4 бакса фиксим. Есть. Друзья мои, получил эксперт снаряжение. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. 3 волны. У них, по-моему, тот же самый, ребята, будет состав. Только единственная разница, что они будут меняться. Меняться местами, я имею в виду. Как вот в первой волне. Так, ну Кирби-то по-любому надо валить. Да иди ты в баню. Кирби выдержал, блин, атаку. 2 хила, твою налево. Я совсем забыл, что Пит тоже у нас хиллер. На, на. Пумс. Так, железноголовый будет что делать? Ракетами. Ракетами, ребята, не поскупился на ракеты, а? Ты посмотри на него. Да что ж ты будешь делать? Ты какой крепкий, малый крепкий робот, а?
Ну, давай так. А если плюху? А если из пулемета? Вот. Офигеть, блин. Две массовых атаки плюс еще один удар. Так, и Армагон, я думаю, завалит их всех. Ну, должен, по идее. Угу, красавчик. Ну, уж не знаю, что у нас тут получится нафармить. Надеюсь, что-нибудь да получится. Поехали. 30 жетонов. А, все, друзья мои. Сыр, к сожалению, кончился. Но, тем не менее, один эксперт снаряжения мы получили. Так, друзья мои, на этом, пожалуй-ка, я и закончу эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.